Никто не подтвердил факта голосования за нового председателя, что, естественно, ставит по сомнению его легитимность как таковую. Сам он не предъявил нам никаких документов, поэтому его действия совершенные могут расцениваться сегодня как самоуправство минимум, подделка протокола. Ну, со своей стороны, еще раз говорю, беру на контроль, чтобы оба эти факта были проверены соответствующими органами.